Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня мы с вами рассмотрим пятерку электрических духовых шкафов Hotpoint Ariston. Все товары, которые здесь будут представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Все ссылки будут в описании, можно будет перейти и ознакомиться под этим видео. Первый в нашей пятерке электрический духовой шкаф Hotpoint Ariston FT820.1. Стоимость 35 190 рублей. Вот таким образом он выглядит. На 56 литров идет. Есть конвекция, есть гриль. А также есть большой гриль и конвекция. А также здесь идет гидролизная очистка, поворотные переключатели, есть функция размораживания и таймер. Ну и, соответственно, есть подсветка камеры. Рейтинг здесь пятерка, заказывали не так часто, но отзывов, точнее, не так много, но заказывали достаточно часто. Качественно запекает, есть таймер. На первый взгляд может показаться, что она маленькая, но на самом деле не такая уж она маленькая. То есть как бы большой объем продукта все равно помещается. Готовить в ней можно что угодно. Все получается отлично, как выпечка, так и мясо, там и в силиконовых каких-то формочках, в горшочках. Хорошо смотрится на кухне в комплектации, да, с кухонным гарнитуром, потому что черный стильный дизайн в любом случае смотрится, подходит под любую кухню. Единственное, что нет часов, они очень часто выходят из строя в этом, ну, это в сервисе, допустим, сказали, такой момент, да, тут как бы особенности конструкции уже, даже если в сервисе так сказали, то ничего не сделать. Единственное, что сильно пахло краской первые разы, пока не выветрилась, а потом как бы все, вопросов не было, как бы запах ушел, и, соответственно, уже, ну, ничем не пахло. Поэтому температура подбирается так, как она должна быть, прогревается духовка равномерно, без каких-либо нареканий температура соответствует. Следующий духовой шкаф у нас F17864SH9, 49 990, его стоимость, сейчас идет по скидке в 39%, можно также приобрести в кредит на сайте Яндекс.Маркета. Вот таким образом выглядит духовой шкаф, есть конвекция, гриль, объем духовки на 73 литра. Есть несколько режимов нагрева, очистка гидролизная идет, поворотные, тактовые, утапливаемые переключатели, а также есть размораживание, есть таймер, подсветка камеры и небольшой дисплей. Что касаемо рейтинга, рейтинг здесь тоже пятерка идет, да, то есть все показатели по рекомендациям от покупателей идут на 5 баллов. Из достоинств: равномерное нагревание, хорошо пропекает, равномерно выпекает, именно вот, да, корочку запекает на выпечке. Выпечка получается намного лучше по сравнению с обычными какими-то плитами. Выключается конвекция при открывании двери, также свет включается при открывании двери и при нажатии на кнопку, всегда он не горит. Из недостатков: немножко шумновато, сильный поток теплого воздуха даже после выключения, но это понятно, как бы открываете духовку, там 200 градусов, грубо говоря, да, в любом случае можно ощутить этот горячий воздух. Как бы вот что касаемо по стоимости, да, то сейчас как бы по скидке на Яндекс.Маркете очень выгодная цена. Следующий духовой шкаф Hotpoint Ariston F14852SC9, 52 990 рублей его стоимость, сейчас тоже, кстати, по скидке идет 36% на Яндекс.Маркете, а где-то цена доходит до почти 59 тысяч рублей, поэтому пока на Яндекс.Маркете самое выгодное. Объем 71 литр, вот такой дизайн, черный с серыми металлическим. Есть конвекция и гриль, есть верхний и нижний нагрев, большой гриль, конвекция, очистка здесь идет каталитическая, сенсорные поворотные переключатели, также есть функция размораживания, быстрый нагрев и таймер, есть подсветка камеры, телескопические направляющие и небольшой дисплей. Вот так выглядит данный дисплей, да, давайте поближе посмотрим, здесь все сенсорное и, соответственно, есть переключатель. В комплектации есть решетка и два противня, также телескопические направляющие. Неплохо выглядит и смотрится, да, в любой кухне. Рейтинг здесь неплохой, духовой шкаф заказывали очень часто, почти все отзывы положительные. Качество приготовления пищи на уровне, также не пережаривает, не пересушивает. Огромное количество разных программ, режимов, можно выпекать там сколько там душа вам пожелает.
И что касаемо, как бы, да, минусов, то, в принципе, по большей степени минусов здесь больших не обнаружено. Если есть возможность приобрести такой духовой шкаф, то он как бы стоит своих денег. Может быть, конечно, сейчас со скидкой вдвойне. Без скидки может быть чуть дороже, а со скидкой как бы идеальный вариант. Следующий духовой шкаф iHot Point Ariston F16-861SHBL. 54 990 рублей стоимость, скидка 43%. Также на Яндекс.Маркете где-то она сейчас стоит 65 тысяч рублей. То есть можно получить вот сейчас вот большую выгоду при приобретении. Черный стильный дизайн. Есть конвекция, гриль также есть, переключатели здесь поворотные, тактовые, утапливаемые, есть размораживание, быстрый нагрев, есть таймер, небольшой дисплей, подсветка также в самой камере, телескопические направляющие в комплектации, идут решетка и два противня. Что касаемо рейтинга у данного духового шкафа, то, в принципе, он здесь 4,9, поскольку вот был недостаток, что при нагреве противень делается винтом, то есть был какой-то дефект именно вот в самом духовом шкафу. Из достоинств здесь огромное количество программ, есть гриль, решетка здесь неплохая, в управлении очень простая. Также единственный момент, что для гриля здесь нужен вертель, который нужно купить отдельно, в комплектации он не идет. То есть как бы это вот из моментов именно недостающих, да, таких комплектующих, которые хотелось бы, чтобы были. Во время готовки можно спокойно поменять параметры, нагревается она очень быстро, так что включать перед тем, как поставить противень, можно спокойно, там не за какое-то огромное количество времени, там, да, чтобы духовка успела там прогреться. Стеклянная прозрачная здесь дверца, можно будет увидеть, да, в процессе готовки, насколько приготовился продукт. Ну и последний в нашей пятерке духовой шкаф Hot Point FA5-841GHWHG. Стоимость 40 699 рублей, 22% скидка также на Яндекс.Маркете. Где-то сейчас такой духовой шкаф стоит 65 тысяч рублей. На Яндекс.Маркете самая выгодная цена. Вот такой вот серый стильный дизайн, есть поворотные утапливаемые переключатели, есть небольшой дисплей, подсветка в самой камере, соответственно, гриль, конвекция. То есть стандартный набор, как и у всех предыдущих моделей Hot Point Ariston. Гидролизная очистка здесь есть, есть таймер, телескопические направляющие, также в комплектации два противня и решетка. Что касаемо рейтинга, рейтинг здесь 4,8. В принципе, отзывы практически все положительные, за исключением некоторых, да, там, кому попался брак, допустим, но после замены также все работало. Шкаф хороший, полностью устраивает работа, функционал, выдвижные направляющие. Это вот прям очень удобно, соответственно, противень, если тяжелый, то точно уж не упадет. Также электронные часы, дисплей, удобно сделана конвекция, хороший гриль, кронштейны хорошие. Также понравилось, что благодаря хорошему объему можно сразу несколько блюд приготовить на разных уровнях. Цена-качество соответствует, поэтому... Это духовка, то, что можно приобрести, как бы, да, и получить удовольствие от готовки. То есть, как бы, все стандартно, скажем так, и дорого-богато, наверное, я бы так выразилась, потому что за 41 тысячу, как бы, объем большой, комплектация по функционалу здесь большая, поэтому все соответствует. Вот такая вот пятерка у нас получилась духовых шкафов. Все товары, которые здесь были представлены, можно будет перейти по ссылке под данным видео и заказать их на Яндекс.Маркете. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!